Вот что ты мочишь? Ужин, говорит, привезли. Ой, ужин. Во, голодающие повозы, все собрались. На. Да. Не надо, говорит. Мне не надо. Мне, говорит, все надо. Вот это порция. Это кому это? Вот все поставили. Закрыли, поставили, закрыли на дверь. Тихо. Хватит, курицу хватит. Да, правильно. Курица самая вкусная. А это матрешки. Вот и все пределы. Где матрешка? Вон, курица наворачивает. Это в новом котле. Раньше курицу не сразу ели, а сейчас вот запаривается так, что все с удовольствием едят. Это я хвалю, новый котел хвалю. Раньше весь день с утра до ночи уходил, а сейчас 20 минут и выключается. Хорошо, долго держит очень, запаривается хорошо. Вон они кинулись, хорошо, курицу, да, сразу расхватывают.
Раз, два, три, четыре, пять. Да. А Машка отдельно кормит. Машка отдельно. Правильно, она вообще пока с ними. Ну, еще. Я подошла к ней, у нее ноги трясутся.